Рецепт приготовления очень красивого трехслойного десерта с великолепным вкусом, который станет шикарным украшением стола. Делать просто головокружительные десерты не так уж и сложно, если иметь под рукой правильный рецепт, немного клубники, йогурта и банана, чуточку терпения и ловкости, и у вас получится настоящий сладкий шедевр. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Даже если вы готовите парфе в клубничный сезон, не забудьте заморозить немного ягод, чтобы десерт получился нужной температуры и густоты. 2. Приготовьте банановый пудинг, как указано на упаковке, а если под рукой нет пудинга, приготовьте очень густой кисель из бананового пюре 1 стакан. 3. Замороженную клубнику, сахар и свежевыжатый лимонный сок взбить в блендере или кухонном комбайне до однородной массы. 4. Охлажденный йогурт разложите по стаканам так, чтобы он занимал почти половину высоты каждого стакана. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Поверх йогурта осторожно выложите клубничное пюре и самым верхним слоем разместите банановый пудинг. Великолепный десерт готов радовать ваших близких. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Пакетик бананового пудинга – 1 штука. Клубники – 1 штука, замороженной. Сахара – 2 столовые ложки. Лимонного сока – 1/2 столовой ложки. Йогурта – 1 стакан, нежирного без наполнителя. Количество порций – 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До новых встреч!